ситуация нехорошая, но будем бороться. У нас, в сущности, Россия в нашем объеме продаж составляет где-то около 25%. У нас есть Польша, Чехия, Украина. Будем перенаправлять в том направлении. Вот. Проблемы, конечно, с виноградом. У нас своего винограда 500 гектаров. Плюс с хозяйствами есть договора. Придется, конечно, договариваться об отсрочке платежей. Вопрос о расчете после Нового года это даже не стоит. Мы уже так и разговариваем со всеми хозяйствами. С частниками сложнее. Ну, в основном с хозяйствами надо разобраться. Потому что были и предоплаты, были какие-то договорные взаимоотношения. Реально несут себе убытки производители вина? Производители вина, конечно, в любом случае. Даже для нас, у которых 25%, это очень сильный удар. А у других, которых российский рынок 70-80%, это...